Далее о ситуации с заболеваемостью. Около 1400 новых случаев выявлено в Подмосковье за минувшие сутки. Это почти на 100 меньше, чем в понедельник. Число выздоровевших понемногу растет и приближается к 1000 человек ежедневно. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено свыше 129 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 2505 человек. Выздоровели и выписались больше 91 тысячи пациентов. Тем временем в регионе завершается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день это самое эффективное средство профилактики. Начиная с 1 сентября жители городского округа могли поставить прививку отечественной вакцины «Совигрипп». Она содержит актуальные штаммы вирусов гриппа и эффективна на 80-90%. За 3,5 месяца вакцинацию прошли 155 750 мытищинцев. Прежде всего, дети младшего возраста, школьники, студенты, работники образовательных учреждений, медицинских организаций и транспортных компаний.